Так, нет? По-моему, потрясающе. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ярослав. Я инструктор лагеря БП, и я хочу вам рассказать о том, как мы в походе вообще готовим и делаем праздник для ваших и для наших животов. Вот, каждый день, не так? Сейчас я расскажу, чем же питается мужчина в походе. Печенкой. Ярко смазанное. Сгущенным молоком. Ты будешь открывать бездну? Да, кстати, тяжеловато. Многие очень думают, что же носят туристы в походы. Да, мы, это не секрет, мы носим кашу, тушенку и соль и перец. И сейчас мы хотим вам рассказать о том, как же мы готовим кондитерские изделия в походе, в условиях похода. И используем нетрадиционные продукты в них. Вот. Сейчас мы возьмем с вами Первым делом, что мы должны с вами сделать, это перемолоть печенье. Итак, мы берем тарелку, кружку, мы берем печенье, второе печенье, третье печенье, чтобы не ошибиться. Но помните, когда-то я говорил с вами о команде, да? У меня тоже есть команда. Поэтому мы сделали еще несколько заготовочек и сделали такой большой резервуар, взяли с печеньем. Следующим, что мы делаем, это мы добавляем сюда какао. Какао у нас замечательное. Какао старейшей фирмы нашей. Красный Октябрь. Мы аккуратно все очень вскрываем. Открываем аккуратно, очень аккуратно, совсем аккуратно. Все, мы скрываем аккуратно ножом от себя. Надо аккуратно это все делать. После чего мы добавляем масло. Оно немножечко у нас размякло, потому что холодильника, как знаете, в лесу нет, так как и розеток. После чего мы добавляем с вами сгущенку. Следующий кадр. Да я боюсь, что это как скакал. Моя команда вот сейчас сидит за кадром. Бывает добавляют изюм, бывает добавляют орехи, а бывает добавляют, как это абрикосы называют, бывает добавляют курагу. Сейчас я долго буду сидеть вот так вот, девочки. Все, не серьезно. Ну и вот, дорогие друзья, мы все-таки сделали наши замечательные ежики, которые мы можем съесть с вами в походе.
все.